уважаемые спортсмены и тренеры! Добрый вечер, уважаемые друзья! Здравствуйте! Сегодня церемония открытия 12-го всероссийского турнира по спортивной гимнастике на призы победителя Олимпийских игр Евгения Подкорова. В очередной раз столица Сибири принимает у себя крупнейший за Уралом гимнастический форум. Участники турнира этого года 15 спортивных делегаций из городов России, а также наши гости из Азербайджана и Казахстана. Дорогие друзья, информация о организаторах и партнерах нашего фестиваля. Партнеры спортивного праздника Миша В. Сибирский бренд одежды, который носят звезды, спортсмены и олимпийские чемпионы. Компания LC, Макло, Пирострой, Горожанка, Леонардо, Аптимум, Успех, Общее дело, Синтрансавтор, ЦСКА, Кристалл, Полкарина, Тимбилдинг. Организаторы департамента физической культуры и спорта Новосибирской области, управление физической культуры и спорта мэрии города Новосибирска, Федерация спортивной гимнастики России, Федерация спортивной гимнастики Новосибирской области, Федерация фигурного катания на коньках Новосибирской области. Всем партнерам огромное спасибо за поддержку и сотрудничество. Мы начинаем! Peace.
Красноярск. Город Ленинск-Кузнецкий. Москва. Город Омск. Город Рубцов. Участвовал на сжигании подгорной, они продолжаются.
чему? Развивается. И доказательством этого является великолепное выступление и медаль олимпийская уже продолжателя этих традиций Вани Саридовича. Конечно, чтобы не редел этот подлесок будущих олимпийских участников, будущих олимпийских чемпионов, которые прославят Россию, город Новосибирск, в гимнастике нужны условия, нужны новые гимнастические залы. Буквально два дня назад здесь, в Кировском районе, мы вместе с администрацией Кировского района по инициативе Евгения Анатольевича Подгорного заложили самый большой закладной камень, который нашли в Новосибирской области под будущий зал гимнастики и игровых видов спорта. И дали обещание вместе со строительной организацией, что не менее чем через год, ну максимум через полтора года, здесь, в Кировском районе, появится новый зал для спортивных занятий гимнастикой. Я поклонник водных видов спорта, плавания и лыж зимних видов спорта. Я вынужден признать, что самым гармоничным все-таки видом спорта является гимнастика. Это здорово, когда наши ребятишки занимаются этой гимнастикой. Сегодня вот это маршрутное начало, великолепное, красивое, создает темп, динамику соревнований, которые пройдут на этом ковре. А для меня самыми дорогими, самыми динамичными являются все-таки кадры, на которых выступал олимпийский чемпион Женя Подгорный. Легкий, как одуванчик, грациозный, как бабочка. Так кажется, все легко и просто. А на самом деле это великий труд, тяжкий труд, упорство и сибирский характер. Побед вам в будущем! Спасибо. Друзья, вас приветствую председатель Совета депутатов города Новосибирска Дмитрий Владимирович Асанцев. Добрый вечер, дорогие друзья, уважаемые спортсмены, гости, болельщики, тренеры. Все, кто пришел сегодня в этот зал, в этот дворец спорта, спортивной гимнастики, для того, чтобы разделить радость 12-го турнира всероссийского, как уже подчеркнули, международного по гимнастике. Хочу от себя, от горожан, от присутствующих здесь болельщиков и гостей сказать великие слова благодарности организаторам, всей команде, персонально Евгению Подгорному за то, что на протяжении 12 лет в Новосибирске проходит высочайший праздник спорта. Каждый раз это очень яркие соревнования, очень интересные, динамичные. Это огромная мотивация для молодых спортсменов, которые приезжают. Это возможность роста, возможность показать себя, самоутвердиться и добиться новых интересных результатов. Еще раз огромное спасибо за организацию праздника, за то удовольствие, которое вы доставляете. Ребята, а вам хочу пожелать, чтобы вы были дерзкими, чтобы вы были упорными, чтобы были мотивированными на победу, чтобы никогда не сдавались, чтобы по-настоящему дружили и чтобы спортивная гимнастика в вашей жизни была большой-большой любовью. С праздником всех! Спасибо. Дорогие друзья, вас приветствует двукратная победительница Олимпийских игр Мария Ирина Филатова. Пожалуйста. Добрый вечер. Как всегда могу сказать, я очень рада приезжать на соревнования и встречаться со своими друзьями. Когда я была гимнасткой, я безумно
всегда считала, что тренировки – это тренировки, а соревнования – это праздник. Я никогда не стеснялась, если я видела, что девочки что-то делают красиво и интересно, я не стеснялась подойти и познакомиться. И всегда с такими большими глазами говорила: девочка, как тебя зовут? Откуда ты? Ты такая красивая. Сейчас вы можете все это увидеть по видео. Раньше, когда я выступала и начинала, этого пока не было. Так я и могу сказать, что мне безумно нравится приезжать на соревнования и двигаться со своими друзьями. Также я безмерно благодарна за персональное приглашение. Евгению Анатольевичу спасибо большое, что пригласили меня на ваш праздник. А вам, друзья, ребята, девочки и тренеры, я хочу сказать, не бойтесь мечтать. Потому что когда мы были маленькими, мы также с Евгением выходили на соревнования. И никто не догадывался, что это будущие олимпийские чемпионы. Вот так же сейчас наверняка кто-то из вас и не знает, что вы будете в национальной сборной России и представляет Сибирский федеральный округ. И, возможно, через какой-то промежуток времени вам придет персональное приглашение сказать добрые, хорошие слова на соревнования, и все будут просить вас автограф. Я просто хочу сказать, не бойтесь мечтать, все у вас сбудется. Я вообще хочу пожелать вам, чтобы вы дружили всегда. Возможно, вы сегодня найдете друга и будете дружить всю жизнь. Вообще хочу сказать, доброта и труд. Наверное, это самые большие качества. Я хочу вам пожелать больших успехов, и все-все-все у вас будет хорошо. Спасибо, великие цели. Дорогие друзья, в адрес силовых медиа нашего турнира поступила телеграмма, позвольте ее зачитать. Уважаемый Евгений Анатольевич, уважаемые друзья, приветствую участников, судей и гостей 12-го всероссийского турнира по спортивной гимнастике на призы победителя Олимпийских игр Евгения Подгорного. Турнир открывает новые возможности для воспитания продолжателей победных традиций Новосибирской школы спортивной гимнастики, пропаганды здорового образа жизни, привлекает к занятиям физической культуры большое количество детей и подростков. Желаю всем участникам состязаний выступить достойно, порадовать своих тренеров и болельщиков. Пусть побеждают сильнейшие. С уважением, трехкратные победители Олимпийских игр, герой России Александр Каренин. Дорогие друзья, нам сейчас для приветствия и открытия турнира слово предоставляется Евгению Подгорному. Добрый вечер, дорогие друзья, уважаемые спортсмены. Я от всей души поздравляю вас с открытием и, конечно, хотел сказать в первую очередь большое спасибо всем тем, кто на протяжении 12 лет поддерживает наш традиционный турнир. Всех тех, кто всегда рядом и в тяжелую, и в хорошую минуту. И, конечно же, спасибо большое правительству Новосибирской области, мэрии города Новосибирска за то, что мы действительно проводим очень большой праздник. Праздник для наших спортсменов, для наших детей. И хотел бы сказать, что вот на протяжении 4 лет мы взяли традицию и начали проводить потихоньку соревнования среди самых маленьких. Это очень большой стимул, мы видим с каждым годом, как они растут. И хотелось бы сказать еще одно, что на сегодняшний год у нас в Новосибирске, в Новосибирской области очень уникальная ситуация. У нас строится региональный центр на левом берегу, и заложили камень, начинаем строить большой центр спортивной гимнастики на правом берегу. Я уверен еще, что через год-два город Новосибирск, Новосибирская область станет столицей спортивной гимнастики. Такого в России нет, чтобы сразу глаза открылось. Я от всей души поздравляю с открытием. 12-й всероссийский турнир по спортивной гимнастике объявляется открытым. Yeah.
Дорогие друзья, у нас есть традиция, и мы на церемонии открытия турнира приветствуем ветеранов спортивной гимнастики. Мы желаем им крепкого здоровья и процветания и приглашаем сюда, выйти к нам, замечательных спортсменов, двукратный чемпион РСФСР в упражнениях на коне Маги Валерий Данилович Мельничеков. 70 лет ему исполнилось в этом году, мы приглашаем его. Валерий Данилович, пожалуйста. Приглашается... Девушки, вы просили, пожалуйста, выходите сюда к нам. Александр Иванович, просим вас включить цветы. Приглашается победитель спартакиады народов РСФСР, призер ВЦСПС в вольных упражнениях Владимир Александрович Розенштейн. В этом году ему исполнилось 65 лет. Аплодисменты! Владимир Александрович. Пожалуйста. Поздравляем. Приглашается призер первенства Сибири и Дальнего Востока 1963 года Надежда Яковлевна Макрушина. Надежда Яковлевна, приглашаем вас на сцену. Мы поздравляем вас, пожалуйста, примите цветы. Приглашается призер первенства Сибири и Дальнего Востока 1962-64 годов Вера Николаевна Синькина. Вера Николаевна, под громкие аплодисменты мы приглашаем вас. Дорогие друзья, давайте подарим громкие аплодисменты. Огромную благодарность за ваш вклад в спортивную жизнь нашего города и нашей области. И низкий вам поклон. Спасибо вам огромное. Дорогие друзья, на этом официальная церемония завершена. Добрый путь, 12-й турнир. А спортсменам мы желаем высоких спортивных результатов. Спасибо, что...